Здравствуйте, обзор новостей спорта в эфире телеканала «Орифей Пермь». Успешный старт. Пермяк Владимир Никитин с победы начал новый легкоатлетический сезон. В Екатеринбурге прошли рождественские старты 2018. В беге на 3000 метров наш спортсмен показал лучшее время – 7 минут 42,82 секунды. Кроме того, золото взял Константин Холмогоров. Он стал лучшим в беге на 1000 метров. Его время – 2 минуты 22,22 секунды. Поле для профессионалов на откуп любителям. Стадион «Звезда» стал площадкой для проведения необычного массового спортивного праздника. Футбол играли в формате 20 на 20, причем сразу двумя мячами и с двумя судьями. Руководили действиями команд экс-игроки «Амкара», выводившие команду в элитный дивизион – Константин Парамонов и Алексей Степанов. Составы коллектива формировали без учета возраста и пола. Люди пришли большими дружными компаниями и семьями. Параллельно рядом с полем работали другие площадки с разными развлекательными конкурсами. Также для участников рождественского действа приготовили горячий чай и кашу. Очень круто, весело. Спасибо «Амкару» за такие мероприятия. Хочу, чтобы побольше таких было. Круто и весело было и еще на одной площадке. Юные футболисты из «Дюшор» в течение всех праздничных выходных провели бал в городке «Пермяч». Там прошла масса турниров и выставочных поединков, а в завершении состоялся матч звезд футбольной народной лиги. В таких мероприятиях, как известно, во главу угла спортивный результат никто не ставит. Главное – получить удовольствие и продемонстрировать зрителям красивую игру. Все это удалось. Праздники, все собрались, не дома сидим, отдыхаем. Тут позвали поиграть. Согласились. Со всех разных команд футбольная народная лига. Собрали по пару человек, чтобы провести матч такой позитивный, без травм, без всего. Так, чисто для эмоций. А так, в целом, праздник удался, считаю. Были собраны все самые лучшие игроки, самые достойные кандидаты. И решили провести вот такой товарищеский матч, чтобы порадовались болельщики, чтобы, ну, как бы люди были задействованы в этом празднике, были конкурсы для болельщиков. Я думаю, что все остались довольны. Мне кажется, все получили позитивные такие эмоции. В принципе, все прошло здорово. Что же касается самой футбольной народной лиги, то сезон в самом разгаре. В первом дивизионе лидирует «Лавина», во втором турнирную таблицу возглавляет «Авгор». К этому часу все. Продолжайте следить за развитием спортивных событий вместе с телеканалом «Орифей Пермь».